Ребята, я хочу выпить тост, который обязательно нужно выпить. И обязательно вы будете на каждом столе или два-три слова вы скажете, обязательно поднимете. Пока вы летчиками себя чувствуете, пока вы летаете, пока вы авиаторами чувствуете. Даже если не будете летать в душе. Я хочу выпить за тех людей, которые нас провожают. Но до проводов они готовят сама. За тех людей, за наш техсостав. Я не знаю. Я слышал, так, краем уха, в некоторых частях есть теле там черная кость, белая кость. Это дурость. Потому что мы все одно дело делаем. И я хочу выпить в лице Сергея Артюровича, в лице Александра Александра Чеми, за тех людей, за всех, в лице вот Пия Тензадзе, за всех людей, которые обслуживают самолет, обслуживают нас, обслуживают, обеспечивают наши полеты. Потому что мы поднимаемся, да, это хорошо, но до того, как мы поднимаемся в воздух, люди думали, люди чертили, люди клепали, и люди обслуживали. За всех людей. Только они могут. Сергей Владимирович, за вас. Спасибо. Ну зачем так официально? Сергучан. А, вот это! Это уже по-нашему. Тимур, скажи пару слов. А этот бильярдщик, где там бильярдщик?